здравствуйте! Вы смотрите афишу на телеканале «Самара ГИС». Вас приветствует Юлия Север. Какими будут грядущие выходные, узнаете в ближайшие минуты. С начала лета в библиотеках началась серия бесплатных образовательных мероприятий «Футбольный марафон». В программе обзорная выставка книг о самарском футболе, подвижные игры с детьми, беседы о подготовке города к Мундиалю. Мероприятий в рамках этого марафона запланировано очень много, но вот ближайшие из них. 23 июня в детской библиотеке номер 7 состоится спортивная игровая программа для дошкольников «Будь здоров». Начало игры в 11:00. 18 и 19 июня в Самарской Луке пройдет веломарафон. Все желающие смогут проверить свои силы на двух дистанциях. Марафон – два круга по 45 километров и полумарафон – один круг. Нужно отметить, что с такими расстояниями справятся только подготовленные спортсмены. Поэтому будьте аккуратны, не переоценивайте свои силы. 18 июня состоятся детские заезды, а 19 на трассу выйдут взрослые спортсмены. Выставка «Брест. Начало войны», посвященная событиям раннего периода Великой Отечественной, стартовала в Доме музея Фрунзе 15 июня. Выставка расскажет о героической обороне Брестской крепости. В экспозиции представлены подлинные вещи военных лет, среди которых автоматическое и полуавтоматическое оружие, военная форма, боевые награды и документы. На родине графов Орловых в селе Рождественно состоится масштабный фестиваль-пикник «Летний Орловский бал», на котором воссоздадут атмосферу бала 19 века. Программа поистине царская. Мастер-классы по историческим бальным танцам для зрителей, театральное представление с участием артистов театра, большое количество конкурсов бального исторического костюма, бутоньерок, декоративных фантазий, тортов, пирожных, домашних конфет, шляп и бальных приглашений. Кроме того, организаторы для вас заготовили интеллектуальные и спортивные игры. Будет организован фотосалон в историческом интерьере и многое-многое другое. Фестиваль пройдет 26 июня. Вход для зрителей свободный. Но если вы хотите стать участником этого события, необходима регистрация. Она продлится до 24 июня. На сегодня все. Пусть эти выходные будут яркими. До скорой встречи!